В Юргу прошла олимпиада «Звезда» для школьников по предметам русский язык и машиностроение. Более 1000 ребят показывали свои знания по этим предметам. Участвовали те, кто прошел отборочный этап, а это было нелегко, так как в нем свои силы испытывали 327 тысяч школьников из 80 регионов России. Ну, здесь решили пройти олимпиаду, потому что интересно попробовать себя в чем-то новом. Я думаю стать социологом, пойти на факультет социологии в Юргу. Для многих школьников Юргу стал не просто местом проведения олимпиады, но и вузом, в который они планируют пойти учиться после 11 класса. Я просто очень уверенный в себе, я знаю, что я напишу на максимальный балл. Я хочу поступать в Юргу на архитектурный факультет, либо на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений. Для того, чтобы участвовать в олимпиаде «Звезда», необходимо не только пройти отборочный этап, но и зарегистрироваться. Подробнее о правилах и процедуре проведения олимпиады рассказал заместитель декана факультета предвузовской подготовки Юргу Иван Сухих. Участники олимпиады после процедуры регистрации проходят в назначенной аудитории, где им выдаются бланки заданий, и у них есть 3 часа 55 минут, чтобы решить предложенный вариант. Соответственно, решая, участник уходит домой и на официальном сайте олимпиады потом опубликует результаты. Если участник не согласен с результатами олимпиады, то он имеет право подать апелляцию. «Звезда» продлится до марта. Результаты будут опубликованы до 10 апреля.